У нас в Оренбургском районе числится 11 375 семей. Из них 762 многодетные семьи. Вообще многодетные семьи – это отдельный разговор. Это семьи, которые действительно себя посвящают детям и живут ради детей. Но нельзя с этой сцены не сказать еще о тех, кто отдает свою теплоту не только своим родным детям, но и дает детям приемным. В Оренбургском районе 133 опекунские семьи, где воспитываются почти 200 детей. В этом году еще 65 детей отказников обрели свои семьи. Для них приемные родители стали родными. Каждая женщина должна быть мамой в своей жизни. У меня пятеро детей, двое своих, а трое приемных детей. Учатся в 7 классе, в 5 классе, и девочка ходит в детский сад. Для них, для мам Оренбургского района нашлось много добрых слов и от односельчан, и от гостей. Пока есть такие мамы, будущее этим детям обеспечено. Я думаю, что мы с вами оценим ту поддержку, которая проводится сегодня на уровне Оренбургской области в поддержку семьи, материнства и детства губернатором, правительством и нашими депутатами законодательного собрания. И думаю, что женщины Оренбургского района внесут свою лепту в демографическую политику области. Я хочу сказать, что за последние 20 лет в этом году у нас впервые отмечается естественный прирост населения. Светлана Кабанова, Игорь Бероев, «Новости дня».